Здравствуйте, дорогие подписчицы! Именно к вам будет обращено мое сегодняшнее видео. Сегодня мое видео касается именно грудного вскармливания и такой проблемы, как мастит при грудном вскармливании. Много об этом говорят, много видео, много различных рекомендаций, как от мастита избавиться, там какие-то лепешки, бабушкиные методы. Это все может быть где-то и хорошо, но на себе я испытала, что это все не действует. При мастите груди, при вскармливании это не действует. Действует один единственный способ, который я проверила на себе. Слава Богу, он как бы помог, потому что с первым ребенком у меня случился мастит, и мне пришлось резать грудь. А когда родился у меня второй ребенок, у меня такая же была проблема с грудью. Мне подсказали, как от этого легко избавиться. И способ настолько простой, что не все, кому всякий поверит и будет искать, наверное, другие какие-то способы. Берется обычный спирт, обычная вода, ватка и целлофан. Делаем компресс полуспиртовой, то есть половина спирта, половина воды. Так, в таком количестве, чтобы хватило смочить ватку на то место, куда вам нужно приложить этот компресс. То есть, если у вас поражение груди, окаменение груди небольшое, значит, соответственно, ватка небольшая, соответственно, мало нужно спирта с водой и так далее. Делаете такой компресс, закрываете пленочкой, одеваете лифчик и все. Ходите с этим компрессом, пока он не высохнет. Ребенка при этом продолжаете кормить, так как вы его кормите. Грудь греется, ребенок молоко отсасывает, и проблема исчезает. Вот и все. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал. Дальше у меня будет видео более обширное по грудному вскармливанию. Поэтому будьте здоровы, оставайтесь с нами. До свидания, с вами была Ольга.